За фиктивную регистрацию в своих домах и квартирах российским гражданам грозит серьезная ответственность, вплоть до уголовной. Прокуратура Фрунзенского района поддержала обвинение по делу в отношении жителя областного центра, который зарегистрировал в своей комнате в коммуналке 4 граждан Узбекистана. За это он взял с них символическую плату. По факту гости из Азии там не жили, а только числились. Мировой судья признал предприимчивого мужчину виновным и, учитывая, что такое правонарушение он совершил впервые, назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей. Статья Уголовного кодекса предусматривает более серьезные меры – до 500 000 штрафа и реального срока лишения свободы до 3 лет. Наш обвиняемый регистрировал, исходя из корыстных побуждений. То есть за это он получал деньги, причем, надо заметить, незначительные. Если соотнести с размером наложенного судом штрафа, то это получается копейки. Он получил. То есть он еще оказался и должен государству. Это невзирая на то, что у него теперь есть судимость и, соответственно, черное пятно на его репутации.